Привет, господа, мы продолжаем Бэтмена проходить. Блин, я уже третий день залипаю в этого Бэтмена. Просто пипец вообще. Ну, я не знаю. Все думаешь, пройдешь его, но... Все никак не допройду его. Но я думаю, нам осталось недолго, потому что в тех сериях мы видели, что мы уже и на дирижаблях были. Мы уже и наследника, в принципе, видели Бэтмена. Вот, так что повидали довольно... Очень много. Лол. Давайте сейчас этих ублюдков разделаем. И на задание пойдем. А Року, конечно, жалко. О, ну к этому не все еще. И такой пинка дал волшебного. Да. Отлично. Так. Ну что? Автомобиль зовем. Лол. Что за... Это же этот. Это же, мать его, этот. Как сказать, ну, который по заданиям грузовики по городу ездит. Так случайно взял, мимо проехал, нормально вообще. А ну дороги, я в того стрелять хочу. Ах вы зараза. Как говорят, понаехали. Стреляет ракета. Что он понаехал, посмотри. Его он куда не поехал? Налево, блин. Поехал. Лол, у меня машина. Вот что они не проделали, у меня машина реально танк. В нее все врезаются, от нее все отлетают. Это колебали вы. Ведь мне его грохнуть. Давай, до свидания. Чего? Я ракета в ракету попал. Блин, как это наведение бесит, долго наводится. У него почему-то быстро. Что за херня там была? Наконец-то. Так. Копы едут. За кем-то. Можем копом. Ладно, не будем копом помогать, пойдем на задание. Сейчас только посмотрим, сколько мне еще этих машинок надо убить. По-моему, я все машинки грохнул. Здорово. Так, я еще где-то есть оккупационные башни, или как их там называют. Я вроде где-то одну грохнул, а где еще хрен знает. Они самый тупой на карте не отмечается, зараза. Может, пока что не отмечается, потом будут. Ладно, фиг с ними. Хочется сделать дополнительное задание. Мне сказали, что оно будет влиять на конец игры. А так, походу, что-то будем делать, что-то не будем делать. Спать. Интересно, как сейчас Гордон будет встречать Бэтмена. Не, ну Бэтмен в последних сериях вообще поехал. Конкретно. Как говорится, поплыл. Мы же сюда за ядовитым плечом пришли. Ага. Бэтмен. Языки. Ку. Да. А здесь что написано? Watching. Ты что здесь? Эй, Batman, how you doing? You heard the militia. А чё он зелёный? You're working for Riddler. Что? Batman's gone crazy, guys. What are you doing, Batman? Back up. Stand down, Batman. Нифига себе. Вот это поворот событий. Are you sure? Okay, okay. I do favors for Enigma. Tell him when Gordon's on his trail. Stick those dumb trophies of his around the place. That kind of stuff. But that's it, really. I'm not such a bad guy. I swear. I don't care. Hey, you can't throw me in here. I'm a cop. Not anymore. Лол, никто не отреагировал никак. Sorry, Batman. We had no idea. Internal affairs had their eye on someone at GCPD. Короче, Бэтмен всех засадит. Ё-моё, да тут прям вообще, я не знаю, чем они их кормят, конечно. Но их тут просто нереально много. Нереально. О, да, Так, что у нас тут? Вместимость 21%, камеры. Почти все забиты, особый режим. 1. Всего их 11. Rider. Batman, I'm honored. Of all the places you could be. It's too dangerous for you to be here. Hey, listen, check this out. Ritualistic sacrifice. You stumbled across any of those before? Arrange an escort with cash and leave. No question, I've got a story on my hands here. Maybe my own special. That'd wipe the smile off of Vale's face. You know, I heard she's dating Bruce Wayne. So what? His parents were killed. I'm sure he got over it when he saw his bank balance. Так ты забыл учесть, что перед тобой есть Уэйн. Придурок. Сейчас все запищит. What the hell happened on that airship? Scarecrow took the cloudburst. I'm guessing that's bad. Where's Gordon? He's still looking for Barb. I can't reach him. Tell me you found her, Batman. Cash. I'm sorry. No, don't say it. Not her. If Gordon comes back here, lock him up. He goes after Scarecrow. It only ends one way. Да может он уже пошел, откуда вы знаете. Так, ладно. Что тут еще есть? Пончики. Хранилище вещдока. Интересно. Прям музей какой-то. Эй, Джок, как дела? Да, Джок, это было твое. I've been sent back for a reason, Bruce, and no one's forgetting me this time around. А чья пушка-то? А, Мистер Фриз. Кстати, на канале есть прохождение Мистер Фриза DLC той части, можете посмотреть. Она небольшая. Это че? А, Бэйн. Это Бэйн, а это что за кролик? Есть на что посмотреть. Дэдшот, Киллер Крок и Вошейник. Рас аль Гул. Смотрел сериал «Стрела», по-моему, называется. Там тоже был Рас аль Гул. И он там тоже с ним воевал. И в «Бэтмене» как бы он указан, и там он указан. То есть непонятно, кто Рас аль Гул на самом деле победил. Очень они, конечно, с этим напортачили. Делом, а что за просто пушка? А, это Бэтмена. А, с той части я помню, где такой чувак с этими ходил. А что за куртка? Анарки. Какой-то анархист. Так, вентриполук. Какой-то автомат. Талия Альгула, это дочь из Альгула. Она тоже, кстати, есть в этом самом сериале этого самого Стрелы, посмотрите. Вот. Ну, по сути, как там закончилась Черная маска. По сути, как кончилась... А что такое? А, Харли Квин. По сути, как там кончилось, Стреле предложили стать новым Рас аль Гулом. Рас аль Гул бессмертный, у него есть озеро, в котором он купается. И, так сказать, продлевает себе жизнь. Ну, как ее взять? Где там? Стрелять, кидать. Тут ничего взаимодействовать ни с чем нельзя. Что за прикол? Или это просто так? Ладно. Ку-ку. В общем, есть на что посмотреть здесь. Такой мега-музей, мега-тюрьма. А где 11 камер, которые для... Точнее, 10 свободных для ублюдков, которые... Ну, я так понимаю, там пингвины должны всякие быть. Этот летун, как его там забыл, называют. Где-то здесь у меня первая-то есть. Мне ты и нужна. Так понимаю, этот специальные камеры, да? Ладно, как открыть? Ну. Если поговорить надо как-то. From where I'm standing, you need a miracle. Why didn't the gas affect you? You are scared. You would be too if you knew what Scarecrow's planning. And I should trust you. Why? Because without your help, every plant in this city will die. About that miracle. I created a spore to counter the effects of Crane's toxin. It's easy when you know how, and can manipulate plants on a molecular level. Could it protect the entire city? Theoretically, but there's no way I can produce enough on my own. Then let's get you some backup. Спор какой-то. The botanical gardens. They're the oldest plants in Gotham. They'll tell me what to do. Так. Поехали. А где Гордон-то? Наверное, вообще в печали. Cash. The shutter door isn't opening. What's happening? There's one big mother of a tank driving around out there. It doesn't look friendly. Neither do I. Open the shutter door and I'll scan it from the rooftops. See if I can find a weakness. I'll open it. Try not to get killed. Чё за танк? Где он? There's the tank. I'll need to scan its hull to find a weakness I can exploit. Ты за хрень такая? Так, удержите сканер. Сканировать беспилотник Кобра. Наверное, близко надо быть, да? У-у-у! Сейчас я к нему упаду. Где он там? Правый борт и корма. Корма это что, впереди танка, да, по-моему? Ой, куда я? Он еще стреляет. Но это... Cobra drone has enough firepower to rip the Batmobile to shreds in just a few shots, and its armor is too thick for my weaponry to penetrate head-on. However, there is a weakness. The drone's rear exhaust port leads straight to the power core. One well-placed shot with the Batmobile's 60mm cannon should take it out. Че, в жопу ему стреляешь, что ли? И что делать? Ну что же ты? Так, ну поехали. Да ё. Чё, он уедет куда-нибудь? Сейчас мы покажем, где мураки зазимуют. I can use the radar to track the drone's movements and get behind it for a clear shot at the exhaust port. Используйте радар, чтобы обнаружить. Куда ему стрелять надо? Ага, а, ракету навести. Что сделать? Лол. I trust that tank didn't give you too much trouble. I thought you'd like to know that the Batmobile upgrade you requested is ready for installation at the Clock Tower facility. Assuming the car's still in one piece, of course. Thanks, Lucius. Поедем посмотрим. Я проехал, по-моему, да? Ого. Ого. Прокачали. Эмми. Эмми отвечает на цельную б... Ага. Ну, здорово. Так, а как этим пользоваться? А как этим Эмми пользоваться? Какую кнопку-то? Супер катапульта, не... Как ими шмальнуть? Thanks, Alfred. I'll need to take them out before I drop off Ivy. Так, он ко мне задом едет, да? Тан-таран-тан-тан-тан-тан. Cobra offline. I've got two in support. Где он? The tanks appear to be attacking in formation. I need to keep my distance and strength from behind. Понятно. Надо броню качать. готов. Так, где-то он тут катает. Как запускать супер Эмми? Может, на трешку? А, вон, на туре. Yeah. Try and get me to the botanical gardens in one piece, Batman. Or you can kiss that miracle goodbye. We're here, Ivy. What now? Look at her. She's been here since before man walked the earth. She still holds great power. But she's weak. Poisoned by decades of pollution. She won't be able to fight Scarecrow's toxin on her own. Then we need another. There aren't any left like her. Not anymore. What happened? What do you think? Man, you cut them back, built over them. Stop them from reaching the sun. If I can locate the roots, could you revive them? They're lost. Buried beneath this concrete monstrosity. How will you... The bigger the plant, the deeper the root. You wait here. I'll find a way to break them free. Чё, под землю полезем. Лол. Фига. Воу. Lucius, I need a way to track an ancient root system. It's deep underground. I'm sure I can throw something together. But it may take me a little while. Come to Wayne Tower when you're ready. Thanks, Lucius. Alfred, give me an update on Gotham's Most Wanted. Let's see. Nightwing has been tracking another of Penguin's trucks. This will undoubtedly lead to another cache, and a chance to rid the city of Cobblpot and his flood of weapons. We also have a robbery in progress at the Bank of Gotham in Chinatown. Surveillance footage confirms that the perpetrators are known associates of Two-Face. Perhaps Mr. Dent has misplaced his coin. Whatever his reason, he needs to be stopped. Thanks, Alfred. Так. У нас появился Двуликий. Так, а что у нас обновлено? Ой, что такое? Кобблпот, как насчет тебя? Hey, Bruce, I've located a truck. It's near Mercy Bridge. I'm just too damn good at this. Джокер, вылазь. It'll lead us back to a cache. Penguin's going out of business tonight. So, whose throat are we gonna slit first? Джокер, кыш. Поехали. К мистеру Пингвину. They'll see me if I try and follow the truck in the Batmobile. Too long. I serve my country, sacrifice. They'll see me if I try and follow the truck in the Batmobile. Стоять. Это же твою мать. Ни о чем я думаю. Хм. Я вас искал. Давай, давай. Ты чё, людьми кидаешься? Иди сюда. Давай. Подеремся. Блин, как его вырубить по-другому? Все так, да? I need to shut this checkpoint down. I should find the commander. Так, это, кстати, эти базы этих ублюдков. Отлично. Офигели, что ли? Чё? А, ну едь сюда. Стрельнул, уехал. Что за хрень? Ты дурачки? Поделись. Ну ладно. Ну, к Кобблпоту, к этому я все равно еду. Я вообще не понял, что это было. Где там? Подожди, это не грузовик был этих ублюдков? А? А это еще что за хрень? Я попал. Так, меня что-то убивает. Конкретно валит там. Что за хрень была? Что было? Где это? Штука у меня тут такая есть. Что это такое? Все. Как изломать? А деструктором? Да. Ну, я нацелиться на них не могу. Это вообще нормально. Блин. Где она вырубается? Теперь надо подумать. Что, провода туда идут. Мина. А, взрывчатка включена. Датчик движения детонирует, если кто-то проходит рядом. Ну и как это вырубить? Мне надо как-то вырубить эту пушечку. Вон второй провод куда идет? Куда-то, по-моему. Сюда. Сюда. А, здесь другая, да? Как их вырубать? М? Дым пойдет, не? Да вряд ли, наверное. А вон еще какой-то выключатель. Да уйди. Еще вы. Где тут коробочка? А, это патроны было, думаю, переключатель. А сеп остался такой, типа, чук-чук-чук-чук-чук-чук. А, взрывающий гель надо, да? Быстренько нанести. Что-то не реагирует на меня эта башня сейчас. Хотя и под ней. Стерильник. Как-то так. Окей, а вот эти как уничтожить? Пробуем. Не знаю, сработает, нет. А. Так. Да я уже почти на месте. Penguin won't want to lose any more of his weapons. We should get out of town. Scarecrow's planning something, I can tell. Ку-ку. Музыку слушают такие. Бегите, бегите. Куда они едут? По мосту куда-то собрались. Опять какие-то люди на вышке стоят. А, это полицейские, все нормально. Они едут. Ага. Эврика. Penguin is using the Sionis Industries building as a front for one of his weapons caches. I'll take point. Age before beauty, Bruce. I'll keep my entrance understated, as always. Так. Ку-ку. Понятно. Ку-ку. Так, где мой деструктор? То есть этот. Стоять рядом с дорогой или отметить дорогу. А, да, вот так сделаю. Машинка сюда. А ну-ка, давай. Так. Теперь можно заходить. Texas. Не туда. Так, что у нас тут? Что дает? Ага. Короче, я сверху попаду. Они даже не почувствовали, что у них там сверху что-то открылось. Ладно, зайду с крыши. Где там вход-то этот? Блин. Придется драться. Hello. Всех вазы захерачу. О, Найтвинг, привет. На. Я вообще не понимаю, что происходит, но это выглядит круто. Блин, у Найтвинга все хорошо, но у него оружие говно. Ой, как хрустят косточки. Лол. How well we work together. I hadn't. I only work with the best. Whoa, whoa, whoa. Don't get any ideas, Bruce. It's not permanent. I like the new job too much, you know? The work's good, I get to decide my own hours, and best of all, there's no boss looking over my shoulder. Promise me, when we finally catch up with Penguin, I get some one-on-one time. He needs reminding Bloodhaven's off limits. Bloody... На тайник, наверное, грохнуть, да? Застойник. Ты. Не то, не то, не то. Не то, не то. Вот ты. Блин, сколько будет получается одинаковых заданий, просто кошмар. Detonate the explosive. I shouldn't detonate until I'm further away. I need to be at a safe distance before I detonate. Ну так нормально. I should back away from the vault. I'll be too close to the blast. Так нормально, Бэт. Вот так вот. This isn't over yet. By my count, Penguin must have at least 3 more of these caches in the city. That equals a lot of guns on the street. It's gonna be a long night, Bruce. I'm used to it. Just keep tracking those refrigeration trucks. And here I thought you might give me a real challenge. Mm. You know, when all this is over, I should swing by the manor, say hi to Alfred. He made living with you bearable. Just. Ну да, ну да. Так. Короче, нам здесь делать больше нечего. Ну, собственно, вот так. Как-то так.